вопрос, это я извиняюсь, я спокойно говорю. Это преступление, что я прошу показать сено моей дочери, да? Это преступление? Ну, вызовите следователя, вместе с ним мы все сделаем. Здесь исследователи были сменившие. Вы мне сено дочери не покажете? Сено дочери покажите. Какого следствия? Вы следствие вы слушаете, не показываете. Что подобное дело? Слушайте, вы умный человек. Вы на такой должности. Почему, простите? Даже по телевизору показывают. Первое тело убитого сына и дочери показывают матери. Почему вы у меня неделю не показываете? Вы есть? Какого? Какого следователя? Да вы всем звонились, отворот поворот вы все, и опять я третий круг или пятый делаю, вы не даете мне, и врете на каждом шагу новое прибавляете. Полицейских я таких даже не признаю, я в советском время воспитанный, принимаю только милицию. Но я ходила в полицию, она ест полиция, это фашизм. Мне неделю, я больная, я инвалид, я на инвалидности. И вы мне не показываете тело дочери неделю. Месяц кругов я делаю, вы не показываете тело дочери. Вы хотели на тормоза спустить, все. И вы даже написано, что причина не установлена. А хотя бы врачи, если не установили, да вы ее убили, потому что вы прикрываете всех бандитов. Вы одна и та же эта банда. Вы связаны. Отдайте мне, покажите. Всего заключения тут были, я сразу просила. Это вы мне до такого доводите. Я сразу просила. Дайте мне взглянуть, моя дочь убита, дайте. Я взглянула 3 минуты, вот этой бы фотографии не было. А вы нас уговариваете. А чего вы мне уговариваете? Чтобы я дочь не смотрела, что